Певица Бьянка в последнее время все чаще и чаще появляется на светских мероприятиях с рэпером Серегой. В тусовке поползли слухи, что артистов связывают не только деловые отношения. На днях проходили съемки клипа на песню «Крыша», главную роль в котором сыграл, конечно же, Серега. На съемочной площадке все было довольно скромно. Бьянка обнималась с девушкой, а Серега гордо стоял в одиночестве. Нас подвигла любовь к музыке. Была одна история в моей жизни, и, собственно, об этом песня. Мы решили сделать все вместе. Нет времени объяснять. Да. Новый романтичный клип номинантки 6-й премии РУ-ТВ «Бьянки» вы увидите совсем скоро в эфире любимого телеканала.